Стихотворение моих прадедушек. Автор мама. Катенька Мария. Вчера рассказала мне мама о том, как случилась война. Горела в огне и дрожала под танками наша земля. О том, как прадедушка Леша разведчиком был удалым. Пример для меня он хороший, страшен и несокрушим. О том, как прадедушка Миша коней боевых он лечил. В атаку на них, чтобы вышли, чтоб немец проклятый почил. О том, как прадедушка Федор войну свой колхоз понимал. И кровью своею и потом он хлеб для солдат добывал. О том, как прадедушка Ваня построил дома из руин, чтобы в мире бы жили мы с вами, вот светлая память семьи.